Известный боксер Константин Дзю отдыхает в Сочи. В своем плотном рабочем графике он нашел 5 дней, чтобы побывать в отеле «Весна». Мы застали спортсмена в окружении отдыхающих, когда он фотографировался с ними в комплексе «Moscow Beach». Костя Дзю рассказал, что на универсиаде в Казани, открытие которой состоится в эту субботу, прозвучит от него напутственное слово. Абсолютный чемпион мира по боксу ждет от российских участников универсиады отличных результатов и громких побед. Я прошел через все это сам, все этапы их жизни, которые они только начинают, я все это прошел, поэтому называемая история определенного успешного человека помогает вдвойне заставить самого себя делать правильно все. Константин Дзю проявляет смелость не только в спорте. Он даже запустил собственную линию одежды. А сейчас чемпион мира разрабатывает и собственную схему подготовки тренерского состава. Он намерен обновить ее с тем, чтобы наших детей боксу учили в соответствии с мировыми требованиями. Здесь, в пансионате «Весна», Костя Дзю отметил великолепные условия для подготовки российских спортсменов спорткомплекса Александра Карелина. Что спортсмену нужно? Нужно хорошее питание, хорошее проживание и хорошие условия тренировок и хорошее восстановление. И рядом. И все в одном месте, конечно. Да. Если это существует, вот тебе больше что еще нужно? Пока Константин Дзю отдыхает, но не исключено, что он проведет мастер-класс для юных сочинских боксеров. В спорткомплексе Александра Карелина такие встречи – традиции. Именитые теннисисты и борцы уже делились здесь с начинающими спортсменами своим опытом. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.